мы, конечно, разочарованы в том, что нам не удалось удержать победный для нас счет. Мы пропустили на последней минуте. Вот, абсолютно заслуживали эту победу. Казалось, что удача уже была на нашей стороне, но в концовке, когда вот градус повышается, нам необходимо было играть более внимательно. Игрок беспрепятственно наносил удар по воротам. Это ошибка. Вот. Нам приходится довольствоваться ничьей, хотя могли победить. Ну, наверное, объективно все-таки игра ничейная, потому как складывалась игра, она шла в обе стороны, она была обоюдоострой. Соперник также создавал много моментов у наших ворот. Вот. Мы достаточно хорошо им отвечали. Да, в какой-то момент мы во втором тайме стали заканчиваться силы. Этому есть объективные причины. Вот. Но если опять же возвращаться, да, к игре, получили шанс в концовке, воспользовались им, там, по-моему, игрок соперника подскользнулся, у нас был чистый выход 1-1, который мы реализовали. Вот. Но потом я уже, в принципе, рассказал, что произошло. А так, ничего страшного, для нас это большой опыт, соперник был намного старше нас, и, конечно, нам нужно учиться на этих ошибках. Нам нужно более внимательно играть, когда вот именно вот такой повышенный градус в игре. Ничего страшного, думаю, болельщикам понравилась игра. Она была для зрителя. Нам нужно разобрать много что из этой игры, сделать определенные выводы и, естественно, двигаться дальше. Мы, никакой трагедии нет. Мы, в принципе, я думаю, можем занести в актив себе эту игру. И еще раз говорю, это хороший опыт, хороший для нас опыт в такой игре.